Две машины из Коми отправились на передовую. Они пополнят автопарк наших бойцов. Два автомобиля марки «ГАЗ» передали нашим военнослужащим от Главного бюро медико-социальной экспертизы по Коми. Учреждение подготовило их в рамках акции Народного фронта по сбору автотехники от органов власти и госкорпораций. Малотоннажные, но шустрые грузовые автомобили – как раз то, что нужно нашим бойцам при выполнении разного рода задач. Они вместительны и маневренны. Напомним, в Народный фронт продолжают поступать заявки от наших бойцов, в числе которых есть не только автомобили, но и техника. Поддержать земляков просто. Для этого достаточно зайти на портал победа.онф.ру и там выбрать вкладку Республики Коми. Любая сумма, фонд Народного фронта «Все для победы» поможет в закупке оборудования, техники и прочих первоочередных предметов, которые помогают сохранить жизнь и здоровье личного состава.